Каждым днем все больше людей задумываются о своем финансовом благополучии. Все же хотят, чтобы их деньги работали и приумножались, принося пассивный доход. Моя работа состоит в том, чтобы помочь вам это сделать и найти правильный способ вложений. Достичь ваших целей помогут инвестиционные инструменты, работающие на длительном временном периоде. При этом важно, чтобы они обладали минимальным риском и были весьма перспективными. Именно такими и являются инвестиции в недвижимость. Недвижимость в таких городах, как Москва, Владимир и Нижний Новгород всегда будет пользоваться спросом, а значит она является отличным инструментом для инвестирования средств. Более того, такие вложения представляют собой вполне приемлемый вариант для ведения бизнеса. Для этого вовсе не обязательно иметь огромные денежные суммы. Вкладывать деньги в недвижимость можно еще на начальном этапе строительства, плюс может помочь ипотека. Не стоит забывать и о вложении средств в самые маленькие квартиры студии. Как и у любого другого финансового инструмента, у инвестиций в недвижимость есть как плюсы, так и минусы. Среди преимуществ такого вида вложений можно выделить следующее. Неизменная доходность на протяжении длительного периода. Например, сдавая купленную недвижимость в аренду, можно получать прибыль долгие годы. Относительная доступность вложений. Недвижимость обладает достаточно высокой ликвидностью. При определенных условиях выбирать проект нужно с особой тщательностью. Широкий выбор вариантов для инвестирования. Несмотря на существенные преимущества вложения в недвижимость, они, как все существующие варианты инвестирования, подвержены риску. Основными их недостатками являются: Озвучено Яндекс Спичкит. Озвучено Яндекс Спичкит. Спрос на недвижимость находится в ощутимой зависимости от экономической обстановки в стране в целом и отдельном регионе в частности. Цены на объекты недвижимости бывают довольно высоки. В маленьких городах спрос на недвижимость находится на низком уровне. Высокие дополнительные расходы, коммунальные платежи, ремонт, налоги. Этот выпуск был создан по материалам Дзен-канала Риэлтерские технологии. Ссылка в описании ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!